В Чувашии стартовала акция «Сфотографируй свою родинку». Ее проводят специалисты онкологического и кожно-венерологического диспансеров в рамках месяца борьбы с меланомой. Все желающие до 27 мая могут отправить заполненную анкету с прикрепленными фотографиями своих родинок на электронную почту rkod-rodinka@sobakamed.kap.ru. Фото должно быть четким и сделано при хорошем освещении. При съемке рядом с родинкой нужно положить линейку, чтобы врачи смогли понять размеры новообразования. Если же у вас несколько родинок, то каждую необходимо сфотографировать крупным планом и пронумеровать. Снимки внимательно изучит врач-онколог и дерматолог. В случае подозрения на злокачественное образование на электронный адрес пациента будет выслано приглашение на прием для осмотра.